Классная работа. И продолжаем тему делители и кратные. Сегодня второй урок по теме делители и кратные. Открыли тетради, записали тему. Итак, чем мы сегодня будем с вами заниматься на уроке? Так, мы первое повторим, что такое not-nog. Not – это наибольший общий делитель, nog – это наименьшее общее кратное. Познакомимся с понятием совершенное число и познакомимся, кто такие дружественные числа. Итак, все начинаем с разминки. Пожалуйста, первое уравнение 8х разделить на 3 и должно получиться 8. Пожалуйста, мне скажите, сколько же будет равен х, чему будет равен х? Мы начинаем выполнять действия, отталкиваясь от того, что здесь написано. В первом уравнении написано частное число, да, деление. Разделение х находится в каком компоненте? В каком компоненте? Посмотрите, пожалуйста. Делимое, да? Как найти делимое? Надо 8 умножить на 3, а потом получается произведение, значит 24 делим на 8, и в итоге х равен 3. Следующее, 5у разделить на 2 равно 10. Опять здесь написано частное чисел, у в делимом неизвестный. Как найти делимое? Надо частное умножить на делитель. 10 умножить на 2 – это 20. 20 разделить на 5, у равен 4. Совершенно верно. Следующее, здесь что написано? Третье. 4 умножить на 4 разделить на равно 8. Здесь мы сразу можем умножить. 4жды 4 – 16. 16 разделить на а равно 8. Здесь неизвестное а в делителе. Как найти делитель? Надо 16 разделить на 8 и получится 2. А равно 2. Правильно. Следующее. Здесь опять написано частное число. 81 надо разделить на 9х. Х неизвестен и он находится в делителе. Как найти делитель? Надо 81 разделить на 9. Это будет 9. И в итоге у нас получается уравнение 9х равно 9. Х равен 1. Совсем простое уравнение. Следующее. Опять написано частное. 6 и 2у. У неизвестный опять находится в делителе. Значит, надо что сделать? 6 разделить на 1. Это 1. И в итоге получается 2у равно 6. У равен 3. Все, очень хорошо сегодня ребята работали, они очень много правильных работ, вы мне ответили, правильных решений, молодцы. Следующее, мы на том занятии с вами начали номер 371. Найди наименьшее общее кратное чисел с помощью перебора. Кратные какого числа целесообразно перебирать. Мы в этих заданиях будем рассматривать с вами наименьшее общее кратное с помощью перебора. А далее я вам покажу, как по другому способу находить ног, чтобы не перебирать все подряд числа. Так, и нам дан образец. Ног, наименьшее общее кратное, трех чисел в данном случае. 9, 12 и 18 равно 36. То есть мы должны найти такое число, которое будет нацело делиться и на 9, и на 12, и на 18. Итак, все, что зеленым, записываем в тетрадку. Первое задание, надо найти ног, единица и 3473 от этих двух чисел. Так, если мы будем перебирать все кратные единицы, а это все натуральные числа, потом будем перебирать кратные 3473. Как мы будем находить эти кратные? Вспоминайте, я вам говорила. Это можно умножать, да? Например, как найти первое кратное? Первое кратное – это само число, да? Ну, так я напишу, что умножим на единицу. Дальше, как найти второе число? Надо 3473 умножить на 2. И так далее. Мы получим бесконечное количество кратных. Теперь, как же нам находить наименьшее? Что же целесообразнее всего перебирать? Перебирать лучше всего кратные большего числа. В данном случае у нас число 3473. И смотрим, первое кратное написали. И смотрим, это число делится на единицу?
Да, делится, вообще на единицу все числа делятся, да, нацело без остатка. Значит, в данном случае и будет у нас это ответ. Напишем, что ног от этих двух чисел равно 3473. Записали в тетрадку. Следующее, второе, не пишем, смотрим. 8917 и число 2. Значит, мы начинаем перебирать кратные большего числа. И пишем по очереди. Первое число 8917. Смотрим, на 2 делится? Нет, не делится. Значит, мы находим следующее кратное. Как найти? Мы это число должны умножить на 2. Как раз таки получается 17834. Все, четное число, четверка заканчивается, делится на 2. Значит, нам это число подходит. Мы сразу его и пишем в ответ. Ног этих чисел равен 17834. Следующее, третье, записываем. Повторяю, все, что зелененьким, мы все записываем в тетрадку. Получится, нам надо найти ног трех чисел, 5, 15 и 25. Начинаем находить кратные большего числа. Первое число это 25. Смотрим, 25 на 5 делится на цело? Делится. А на 15 делится? А вот на 15 не делится. Там остаток получается. Значит, 25 нам не подходит. Следующее число берем, 50. 50 на 5 делится, на 15 не делится, не подходит. Все, эти два первых не подходят. Смотрим, 75 проверяем. 75 на 5 делится, да. На 15 делится, да. Ну и на 25, естественно, делится, только что мы написали. Значит, у нас ног равен 75. Записали в тетрадь. Следующее, четвертое. Числа 6, 8, 12. Опять находим кратные большего числа. И начинаем проверять. Записали само число. Делится на 6? Да, делится. А на 8 делится? Без остатка не делится, не подходит. Следующее число 24 берем. 24 на 6 делится? Да. На 8? Да. Все, больше дальше можно не перебирать. Сразу написали, что ног этих трех чисел равен 24. Пятое. Записываем. Надо найти ног от чисел 3, 10 и 18. Начинаем перебирать с большего числа, с 18. Пишем кратные. Как напишем кратные, еще раз повторяю. Можно прибавлять все время по, в данном случае по 18, плюс 18, 36 плюс 18 и так далее. А можно умножать на 2. Первое мы, значит, сами себя пишем, умножим на 1. Дальше второе умножаем на 2, 36. Следующее 18 умножить на 3, это 54 и так далее. Ребят, еще раз повторяю, как вам писать кратные, откуда эти числа у меня вообще берутся. Расписали. И теперь надо проверять, делятся ли эти числа и на 3, и на 10. Но раз у нас есть десятка, мы сразу можем увидеть, что число, которое заканчивается, ну, хотя бы 1,0 должен быть в конце, а это 90. Вот 90 как раз-таки на 10 делится без остатка. Проверим, 90 на 3 делится? Да, делится. Все, больше можно не перебирать кратные. Ответ равен 90. Шестое задание. 7, 8, 14. Перебираем кратные 14. И проверяем, делится на 7 и на 8. 14 не делится, 28. 28 у нас на 7 делится, а вот на 8 нет, не подходит. 56, 56 на 7 делится, на 8 делится. Все, значит у нас ответ уже готов, это 56. Седьмое, 2 числа 7 и 12345. Ну, здесь немножко надо попотеть, надо найти кратные. 12345. Умножаем. Значит, первое число само себя переписываем. Второе. Умножаем на 2. Умножаем на 2. Получили 24690. Делится ли оно на 7? Мы должны столбиком 24690 поделить на 7. Да? Как мы умеем делить?
24 и так далее, и так далее, ребята. И смотрим, в итоге у нас получится, не получится на зло, у нас остаток останется. Значит, это число нам не подходит. Следующее, точно так же начинаем проверять третье число. Умножаем на 3, умножаем на 3, получается 37035. Потом это число делим на 7, разделить на 7. Посмотрим, целое нет, опять не целое. И так далее, и только... У нас последнее число, которое здесь в данной записи есть, это 80415 и делится на 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Обратите внимание, он седьмой по счету. Это число седьмое по счету стоит, на 7 делится. Потому что мы умножили на 7, а потом разделили на 7, и как раз это число получилось. Дальше записываем 3696. Два числа, надо найти ног. Опять расписываем кратные большего числа и проверяем. 96 на 36 делится? Без остатка не делится. Дальше умножаем 96 на 2. 192 делится на 36? Без остатка. Нет, на цело не делится. Следующее. 288. Вот как раз-таки на 36 и поделилось целое число. Значит, ног 288. Записали шестое. Следующий номер 372. Его записывать не надо, 370 записывать не надо. Внимательно смотрите на экран и слушайте, что же мы сегодня будем делать здесь. Так, 372 номер. Определи. Не вычисляя, является ли число, а число представлено в виде произведения, смотрите, 2 умножить на 2 умножить на 3 умножить на 5, кратным для чисел ABCD. А это у нас 2 умножить на 3, Б 3 умножить на 3, С 2 умножить на 5 и Д это равно 7. И дальше написано «Проверь с помощью вычислений». Давайте мы начнем с конца. Сначала проверим с помощью вычислений, а потом я вам расскажу, как можно это сделать быстрее. Значит, если бы мы с вами решали, мы бы сначала нашли произведение нашего числа, что нам дано, да? Мы когда бы умножили, у нас в итоге получилось бы 60. Потом нашли бы А, это 6. Потом нашли бы Б, это 9. Да? С 10, ну, Д это 7. И просто бы поделили. 60 поделили бы на 6. Получилось? Нацело поделилось? Да, поделилось. Это будет 10. Следующее. 60 на 9 делится? Нет, нацело не делится. Дальше. 60 разделить на 10. Да, поделилось. Это 6. Ну, и 60 на 7 не делится нацело. Все. Тогда... Это вот мы бы так с вами делали, да, если бы не знали, что делать дальше. А я вам предлагаю вот такую хитрость, как можно было, не вычисляя, не умножая, сразу сказать, делится или не делится. Надо смотреть на делитель. Например, число А – это 2 умножить на 3. Вот если в нашем кратном есть и 2, и 3, то значит число делится нацело. Смотрите, двойка в А – двойка в нашем числе. Можно зачеркнуть. 2 разделить на 2 – это 1. Дальше. Здесь тройка. 3 разделить на 3 – 1. И в итоге у нас остается, смотрите, 2 умноженное на 5. А 2 умноженное на 5 – это 10. Точно так же и здесь. 60 разделить на 6 – это в итоге у нас получилось 10. Смотрите, мы здесь вычислили, не произвели. Не вычисляя, не умножая числа. Хорошо, давайте проверим B. Делится ли B? Смотрим. 3 на 3. Да, поделилось. А вот этой тройки нет. Посмотрите, здесь нет тройки. Значит, нацело ничего не поделится. Точно так же, когда мы с вами вычисляли, мы увидели, что 60 на 9 никак не поделится. Следующее. Смотрим на C. У C двойка есть. Дальше, пятерка есть, и в итоге получилось 2 умножить на 3, это 6. Проверяем, когда мы здесь делили, точно так же 60 разделить на 10, тоже получилось 6.
И в d, когда мы будем делить на d, то мы увидим, что в кратном вообще семерок нет. Ничего не сможем поделить. Вот таким образом мы с вами решили, что на а можно поделить и на c можно поделить. Дальше, номер 373. Из букв, соответствующих истинным высказываниям, составь математический термин. Давайте посмотрим, какие буквы нам подходят, какие буквы не подходят. Говорят, что 8 – это делитель 68. Но мы не сможем 68 поделить на 8 нацело. Р не подходит. 15 – это делитель 3. Нет, неверно. Это 3 делитель 15, да? А 15 – это кратно 3. Значит, А не подходит. 24 делитель 72. 72 можно поделить на 24? Да, это будет 3. Значит, К нам подходит. К подходит. Следующее. 1 делитель числа А. Вообще 1 это делитель для любого натурального числа, да? Поэтому нам все равно, что стоит за буквой А, нам У подходит, потому что на единицу делится любое натуральное число. Следующее. N кратное 5. N кратное 5. 70 разделить на 5. Это 14. Да, нам N подходит. Следующее. 4 кратное 12. Нет, это 12 кратное 4, да? Это не подходит. Нам здесь наоборот они написали неверно. 56 кратное 7. 56 на 7 делится? Делится. Значит, S тоже подходит. И X кратное X. На x, x разделить на x, да, число разделить на число, это будет единица, в принципе, верно. И мы должны из букв, каких у нас к, у есть, н, с, о. Мы из этих букв должны составить слово нашей фигуры. Смотрите, вот тут рисунок, а в рисунке у вас есть подсказка. Если мы переставим буквы, то у нас в итоге получится конус, да? Вот он, конус. Я его отметила галочкой. Хорошо, давайте дальше. Пойдем дальше. Номер 374. Выбери из чисел данных те, которые А кратны 5. Значит, нам надо выбрать те числа, которые делятся на 5. Так, ну сразу мы видим, что 5 делится на 5. Дальше идем, идем. 25, 35, 75 и 80. Все, записываем их. Так, это вы не пишете, это просто смотрите. Б. Не кратные единицы. Какие числа не делятся на 1? Да нет таких чисел. Все делятся на 1, да? В. Являются делителями числа 100. Делителями числа 100. Ну, это 5 и 25 в данном случае. 8, 100 на 80 не делится, хотя там есть нули в конце. Да? Г. Не является делителями 42. Не является. Значит, 42 нельзя поделить нацело. На 5 можно поделить? Нет. Его записываем. Дальше. 21 можно. 25 нельзя. Записываем и так далее. Методом перебора. Смотрим, что можно поделить, чего нельзя поделить. Дальше. D кратны 4 и 7. Когда написано I, значит I должно делиться на 7 и на 4. Смотрим, 5 подходит? Нет. 7 подходит, 7 на 7 делится, а на 4 не делится? Нет. И так далее. Методом перебора мы видим, что только 2 числа. 28 делится и на 4, и на 7. 56 делится и на 4, и на 7. Дальше. Е кратный 4 или 7. Что значит или? Значит, мы пишем все кратные для 4 и все кратные для 7. Значит, нам и тот, и другой вариант подходит. Все перебираем числа и смотрим, делится или нет. 7 делится на 7, 21 делится на 7, 28 делится на 7 и на 4 тоже, да, и так далее. Хорошо. Следующее. Номер 375. Число называют совершенным, если оно равно сумме всех своих делителей, не считая самого числа.
Являются ли числа 6, 28, 496 совершенными? Ну, давайте проверим. Значит, нам надо найти делители числа 6, да, и надо посчитать сумму, да, написано сумма. Надо сложить все делители, ну, кроме последнего, кроме самого себя. И когда мы сложим 1, 2 и 3, мы в итоге получим 6. Смотрите, делители числа 6 в сумме получили 6. Значит, 6 это совершенное число. Давайте попробуем следующее, 28. Опять написали все делители. 28 число не складываем. И в итоге, когда мы сложим эти все числа, получится 28. Да, это тоже совершенное число. Как интересно получилось. То же самое с числом 496. Мы когда все делители сложим, в итоге получим 496. Значит, оно тоже совершенное число. Следующее определение – это дружественные числа. Кто такие дружественные числа? Если каждое из них равно в сумме, из них равно сумме делителей другого числа, ну, не считая самого числа, да, то они являются дружественными. Давайте попробуем. Значит, разложим делители 220 и напишем делители 284. И теперь я беру и складываю все делители, например, числа 220, кроме вот этого последнего числа. Я здесь записала так, чтобы удобнее было складывать, да? Воспользовалась сочетательным свойством сложения. Получилось в итоге 284. Смотрите, я складывала делители какие? 220. Вот эти делители все складывала. А в итоге у меня получилось соседнее, не соседнее, а дружественное называется число. Хорошо, давайте тогда я сложу делители наоборот, второго числа. И посмотрю, получится у меня 220 или нет. Да, когда я сложила все вот эти числа, мне в итоге получилось 220. Тогда эти два числа, 220 и 284, называют дружественные числа. Следующее, номер 377. Заполнив несколько строк в таблице, найти закономерность, которой подчиняются числа, стоящие в трех последних столбцах каждой строчки. Затем заполни таблицу до конца. Посмотрите внимательно. Внимательно, что у нас здесь получилось. Произведение 4 умножить на 6 – это 24. Когда мы найдем нот, наименьший общий делитель – это 2. Когда мы найдем ног – это 12. Обратите внимание, что 24 – это равно 2 умножить на 12. Как интересно получилось, да? Дальше. 9 и 6 умножаем 54. Нот – это 3. А ног это 18. Опять 54 это 3 умножить на 18. 5 и 7. Дальше. Посмотрите, точно так же начинаем заполнять мы таблицу. И в итоге выводим вот такое правило. Как интересно у нас получается. Выводим вот такое правило. Запишите это правило. Что если ног и умножить на нот, то в итоге мы получим произведение этих двух чисел. И поэтому можно воспользоваться, например, нот нашли, нашли произведение, а ног можно не перебирать, а вычислить. Да? Надо а умножить на b и разделить на нот. Вот и все оказывается вот так легко. Так, домашнее задание. Домашнее задание на странице 93-94, номера 403, 404. 405. Записать в тетрадь и выслать мне на e-mail. Так, ребята, я в четверг вам вышлю ваши текущие оценки и, соответственно, скажу, кого какая оценка выходит за четверть. На этом наш урок окончен. Всем пока, до свидания.